огромным почтением отношусь к людям, которые руководят нашей тяжелой, в смысле, руководства страной. Но я не живу в стране, которая руководит тот или иной человек. Моя жизнь всегда, она достаточно мало зависит от того, кто находится у власти, потому что, по счастью, никаких трагических событий не происходит. То есть не происходит каких-то ужасных репрессий, расстрелов, отключений электричества, ничего этого не происходит. Поэтому для меня событиями являются, например, то, что я начал делать программу «Наблюдатель». Это для меня является событием. А все, что все касается всего остального, все, что я могу сказать, что мне, например, не нравится, что бесконечно наша Государственная Дума выпускает законы, которые всех пугают. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, Дума не должна выпускать законы, которые пугают людей. Еще какие-то такие моменты. Но, в общем, я живу какой-то своей жизнью.